Извечный вопрос выходного дня, куда пойти отдохнуть. Последнее время различные заведения попросту оккупировали Бобруйск. Бары, рестораны, кофейни и клубы любой желающий может удовлетворить все свои желания. Но такого в нашем городе вы еще не видели. Живая музыка, потрясающая атмосфера и неповторимый стиль. Заинтриговали? Тогда смотрим внимательно. В Бобруйске достаточно мест, где можно отдохнуть. Но все эти заведения живут отдельно друг от друга. А что будет, если всех их соединить и поселить в одном месте? Не знаете? Мы вам расскажем. Получится лаунж-бар премиум-класса под ярким и сладким названием «Мармелад». Внутри вас ждет потрясающая атмосфера и неповторимый стиль, живая музыка и караоке. Ну а обслужат вас и проконтролируют, чтобы вы получили удовольствие от посещения «Мармелада», профессиональный и вежливый коллектив. Белорусская и европейская кухни, напитки и коктейли. Даже самый придирчивый гурман останется довольным. Но если вы хотите провести время со своей второй половинкой или в тесном кругу друзей, то «Мармелад» предложит вам на выбор три VIP-комнаты. Качественный звук, хорошая акустика, настольные игры, караоке и спортивные трансляции. Все это вы найдете в VIP-апартаментах. Найдется место даже для игроманов. Sony PlayStation к вашим услугам. Заведение, в котором можно хорошо отдохнуть, расслабиться, приготовить вам могут любой коктейль. У нас контактный бар, большой бар, большая коктейльная карта. Можно хорошо провести время, расслабиться, послушать живую музыку. По четвергам у нас день живой музыки. Провести хорошо время с семьей, с компанией, поиграть в игры, как настольные, так и в Sony PlayStation, спеть в караоке. Лаунж-бар находится на Пушкина 184 на втором этаже Гранд Плаза. Посетить заведение вы можете с понедельника по четверг с 12 дня до 2 часов ночи. А в пятницу, субботу, воскресенье двери в бар открыты для посетителей с 12:00 до 4 часов утра. Приходите и лично погрузитесь в неповторимую атмосферу отдыха. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.